Я Бейтуллаев Ремзи. Сегодня пришел вот в отделение РНК банка для того, чтобы оплатить штраф, который был мне вменен в Москве за то, что я был находился на суде, Верховном суде Российской Федерации, за поддержку наших братьев-мусульман, которые были осуждены по статьям терроризма и осуждены были на очень большие срока, где мы поехали показать, ну, хотели присутствовать на этих судах, куда нас не пустили, и хотели показать свое несогласие, что эти ребята не являются таковым, который им вешает ярлыки и осуждают на такие большие срока. И за это мне было назначено штраф 20 тысяч. И вот, альхамдулилля, благодаря нашим братьям, нашему народу, мусульманам Крыма, мы эти деньги вот собрали, был сбор, и эти деньги собрали и оплатили. Я что хотел бы сказать насчет вот этого штрафа, что я бы сам это не смог бы оплатить, потому что я являюсь пенсионером и по инвалидности. И джемат, который помог мне в этом, пусть Аллах будет доволен вами, и пусть Аллах убережет вас от всяких невзгод, болезней, и даст вам благо в этом мире и в ахирате. И еще хотел бы сказать, что только в единстве мы можем одолеть все трудности этого дня, и помогая друг другу, мы окажемся преуспевшими и дойдем до конца своих целей и никогда не проиграем, иншаллах. Аллах разозлился сегодня, джамат.